Друзья мои, сделка произошла. Накупил я себе в коллекцию очередную боевую гвардию, друзья. Есть их у меня в коллекции много. Ну вот, сегодня достойное пополнение еще одного нагрудного, славного, доброго знака с героическим прошлым, знаком гвардия. Долго торговался, человек хотел 70 гривен, выкупил его за 60 гривен, друзья. Ну, доллар у нас сейчас в Украине 27 гривен, ну вот примерно посчитайте сами, примерно 2 доллара и немножко там пару центов. Действительно интересный знак, смотрите, состояние его отличное для его времени. Вот такая вот гвардия для моей славной доброй коллекции фалеристики, друзья. Повезло. Все, мы сейчас с вами отправляемся на пункт металла макулатуры. Я поеду, наверное, сейчас посмотрю, что там можно выкупить. Ну и, конечно же, ждите новые интересные обзоры, новые интересные видео на канале «Что в старой шкатулке». Ну и, конечно же, подписывайтесь, друзья. Все, удачи, до новых встреч в эфире. Всем пока. Всех обнимаю и крепко жму руку. Удачи, пока. Удачи.